И сегодня же Нурсултану Назарбаеву представили электрические автобусы «Ивека». Этот экологически чистый пассажирский транспорт может в будущем заменить традиционные автобусы с двигателями внутреннего сгорания. О новинке президенту рассказал председатель Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрей Лаврентьев. Отмечу, что электрические автобусы «Ивека» совсем недавно начали собирать на Кустанайском автомобильном заводе. Самое важное здесь это наше новое поколение батареи, которые держат. Уже сверху мы ее поставили. Раньше, если вот вниз сделали, чуть-чуть баланс был, то здесь сейчас уже наверх поставили, ну, по новым технологиям. И они работают до минус 40. Минус 40. А что за материал? Литий, никель и манганец. Это дорогой автобус должен быть. Но не настолько дороже, чем совсем. У него получается так, он вначале его покупаешь дороже, а когда он сам считаешь его в течение 8 лет эксплуатации, тут уже ничего нету, масла нету, двигателя фактически нет, электричества. Ресурс хороший. Ресурс хороший, да. Ну, сейчас проверим, испытаем. Давайте, если будем уже покупать. Хорошо. Но мы на производство. Алмату и в Астану точно будем покупать. Продолжаем выпуск. Крупный пожар в Алматы в микрорайоне Кокжиек. На пульт дежурного 101 поступило тревожное сообщение. Горел жилой многоквартирный дом. По данным городского ДЧС, первые расчеты прибыли на место происшествия спустя 7 минут после звонка в дежурную часть. К этому времени полыхали кровля, балконы верхних этажей и фасад жилого здания снизу доверху на площади 1000 квадратных метров. В срочном порядке из горящего дома эвакуировали 300 жильцов, из них больше 50 детей. Пожару присвоили повышенный ранг вызова. На место происшествия были стянуты дополнительные силы. В тушении приняли участие 86 пожарных и 25 единиц специальной техники. Спустя 2 часа после прибытия огнеборцев, наконец, удалось локализовать пожар. Здесь 8 машин стояло. Это одна поливала только вот так. Знаете, я к пожарнику там подбежала, говорю, вы что делаете? Что вы поливаете? Тут надо... Что это 8 машин стоит, а вы стоите? Мы воду подаем. Я говорю, вы с ума сошли? Сейчас 6-й начнет гореть. Вы знаете, вот совершенно даже... Ну, 6-й бы даже не загорелся, если бы вода была. У них ни одной машины не было воды. Но это же смешно.